Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, доброе утро. Вот находимся на Волге, матушке. Сейчас пьем чай и отправляемся. На рыбалку на сама. Так Волга. Вы тоже завариваете чаек кофеек. А он вас бит уже? Да, контужен. Буль, кто его подбил? Буль, кто его подбил? Значит, побольше прилетит. Все, нет. Собираемся на сама, на клок. Немного по снасти. Это спиннинг с СССРовских времен. С катушкой вот такой. Тройничок маленький. Совсем. Вот. Груз. Вот такой. И мы на это дело насаживаем червяка выползка. Вот так вот пучок насаживаешь и на дно, и кокаешь. Так что пожелайте нам удачи. Продолжаем рыбалку на сама. Ну что, ребят, поплыли на просторы речной. Выплывают расписные стеньки разина челны. Да? Ну что, погнали? Взяли меня на абордаж. Клиренс высокий. Идем. Идем на Казань. Такие вот черви у нас. Еще маленькие. О. Насаживаем их. Крючки очень острые. И наматываешь. Раз, раз, раз. Делаешь пучок из червяка. С тупыми крючками на сама охотиться бесполезно.
крючки должны быть острые. Это залог всего рыбалки на сама. А выползков ловят ночью. Вот такой вот бутерброд. Большой. Мой первый домик, ребята, на реке Волга. Смотрите, вот он, а-та-та. Опа, красота, красота. Взял, вторая поклевочка. Ладно, отпускаем. Такой же небольшой. Эй, второй домик. Идет, идет. Тихо, рыба. Чистить буду. Опа! Отцепился. Еще меньше, чем тот. Ладно. Вот такой вот усатый друг. Пускаем. Ну, друзья, поймали большого жеришка. Сому вы сегодня не брал. Также вчера настрелял окуней. Вот такие вот красавцы. Вот. Здесь лагерь наш. Прозрачность появилась немного. Гром гремит. Ладно. Всем удачи. Не забывайте подписаться на канал. Нажать колокольчик. Все. Всем пока.